Назвіть місце мешкання. Я житель Павлоградського району Дніпровської області. Якими соціальними мережами ви користуєтесь? Активно використовую соціальну сеть «Однокласники». Чи підтримуєте ви контакт з мешканцями Російської Федерації, тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей? В соціальних сетях я веду переписку з жителями Росії і временно окупованих територій Донецької та Луганської областей. Який характер вказаних контактів? Ми, як правило, обговорюємо політичні новини України і Росії, розказуємо, що відбувається в городах, де ми проживаємо. Ну, літом минулого року зі мною зв'язався житель окупованого Донецька, который предложил администрировать группу и распространять новости, ну, посты. Я согласился, поскольку поддерживал его идеи, а он разделял мою точку зрения. Кроме того, он мне обещал платить за работу. Чи відпрацьовували вам конкретні завдання з поширення матеріалів? Да, мне скидывали ссылки на новости для распространения. Некоторые посты я выбирал сам и размещал в группе. Начало лета текущего года житель Донецка просил комментировать некоторые посты в соцсетях. Ссылку и основной посыл для комментариев он также скидывал. Во время комментирования были ощущения, что практически все пишут одно и то же, но под разным просто стилем. На мой вопрос жителя Донецка, почему так происходит, он ответил, что он большая часть троллей фермы. Как вы визначили, что вы ведете листування саме с мешканцем окупованого Донецка? На 100% я утверждать не могу, но кроме того, что как было указано в соцсетях, это пользователь рассказывал в деталях о текущей жизни в Донецке, о бытовых проблемах и беспределе военных, о россиянах, которые ведут себя там неадекватно. Также донецчанин писал, что имеет отношение к органам ДНР, которые отвечают за информационную политику. Які матеріали ви розповсюджували та коментували за завданням мешканців окупованого Донецька? Ну, в останнє час матеріали касались предстоящих виборів в Україні, кандидатів в органи місцевого самоуправління. Много негативних постів було діючої влади, де дискредитувалися представники госорганів і їх критика, звісно. Ну, по задачі. Представитель ДНР также он писал негативный комментарий на тех людей, которые не скидывал представитель Донецкой Республики. Чи проверяли вы достоверность выкладенных в материалах фактов? Нет, не проверял. И сейчас признаю, что мог постить лживые новости и комментировать их, в чем в общем ничего не понимаю.